места с первого по второе. Но действительно борьба здесь только набирает обороты с каждым туром. На ваших экранах состав ПСВ Эйндховен. Да, два российских легионера вышли на поле в составе ПСВ. Могло их быть и трое на поле вообще. Но Андрей Кончельскис из Рейнджерс остался в запасе. Итак, состав ПСВ Эйндховен. Ворота защищал под 23-м номером Рональд Ватероус. И в поле играли третий Юрген Диркс, пятый Ян Хайнце, седьмой Дмитрий Хохлов, восьмой Руд Ван Нистелрой, десятый Люк Нилис, капитан команды, 17-й Бьорн Ван дер Дулен, 17-й Денис Роминдаль, 21-й Юрий Никифоров, 24-й Овидио Стинга и 33-й Роб Уиллер. Гости, футболисты Глазго Рейнджерс, вот они в атаке, в синей-белой форме. Ну а ПСВ Эйндховен в своей традиционной домашней красно-белой-черной форме с надписью «Филлипс» на груди. Это Дик Адвокат, главный тренер Глазго Рейнджерс. Состав шотландцев. В воротах 22-й номер Лионель Шарбонье, 2-й Серджо Порини, 3-й Крейг Мур, 4-й Лоренцо Амарузо, капитан команды, 5-й Артур Нуман, 6-й Барри Фергюсон, 8-й Джованни Ван Бронкхорст, 9-й Майкл Молс, 10-й Родни Уоллес. Пока вы смотрите опасную атаку ПСВ и великолепную игру француза Лионеля Шарбонье. И закончим составом Рейнджерс. 12-й Клаудио Рейна, 18-й Нил Маккен. Но с большим трудом Глазго Рейнджерс можно назвать шотландской командой. Мало того, что тренер голландец, так в основном составе этого клуба на поле вышли всего два шотландца. Совсем вот этот человек не похож на шотландца, но на самом деле это так есть, поскольку это итальянец Серджо Порини, хорошо знакомый нам по выступлениям за Ювентус. Нил Маккен и Барри Фергюсон, вот и все, собственно говоря, шотландцы, которые выступают в составе Глазго Рейнджерс. Матч имел принципиальное во всех отношениях значение. Естественно, футболисты не могли знать итоговый результат игры Бавария-Валенсия, поскольку матчи начались и проходили параллельно. Но победитель этого матча получал превосходную возможность включиться непосредственно в борьбу за первое и второе место. Но тем более мы же с вами знаем, что Валенсия и Бавария по 2 очка потеряли. Тем интереснее будет наблюдать, как складывались здесь дела. Забегать вперед я не буду, дабы в столь поздний час сохранить хоть какую-то интригу и с тем, чтобы вам было интереснее смотреть, что здесь происходит. Пока контролируют мяч футболисты ПСВ. Прекрасный розыгрыш мяча. К сожалению, номера футболистов совершенно не заметны на майках ПСВ Эйндховен. Но Дмитрия Хохлова, я думаю, вы сразу разглядите по его светлой шевелюре. Вот он там на левом фланге просит мяч и, судя по всему, его получает. Вот он. Судя по технике, да, это Дмитрий Хохлов. Великолепно совершенно играет и наносит удар очень мощный. Мяч проходит над перекладиной. Дмитрий Хохлов в прекрасной форме. И в преддверии матча Россия-Украина это очень приятно. Единственное, что жаль, Дмитрий Хохлов в команде Эрика Геррица, главного тренера ПСВ Эйндховен, занимает место на левом фланге полузащиты. Конечно, это не та позиция, на которой Дмитрий может проявить все свои лучшие качества. Довольно яркая игра. Практически мяч в центре поля не задерживается. Много атак. Но вот на поступах в штрафной и непосредственно в чужой штрафной площади игроки атакующей команды допускают много брака. И, по сути, Рональд Ватероус, голкипер ПСВ, в игру еще ни разу не вступал. А вот Лионель Шарбонье уже однажды выручил свою команду и был готов сделать это и сейчас, после довольно опасного удара Стинги издали. Андрей Кончельскис остался в запасе, как я уже говорил. Не выдерживает он пока конкуренции за место в стартовом составе с другими футболистами Глазго Рейнджерс. Ну и к тому же Андрей после небольшой травмы только-только входит в сезон. И в последнем туре шотландского чемпионата он провел свой первый матч полностью в стартовом составе. Если уж мы заговорили о Шотландии, то для тех, кто, может быть, не знает, скажу, что и Дмитрий Харин в последнем туре чемпионата Шотландии провел свой матч за Селтик полностью. Юрий Никифоров пока не очень заметен, поскольку в атаке больше действуют футболисты ПСВ. Юрий Никифоров действует ПСВ в обороне довольно строго, требует от него строгой игры в защите. Эрик Герец и мощные удары Юрия Никифорова
довольно большая редкость в матчах ПСВ, хотя при возможности Никифоров переходит на чужую половину поля. Ну, а каким ударом он обладает, я думаю, мы все прекрасно с вами помним. Еще одна атака ПСВ, очень неплохо контролирует мяч на подступах штрафной площади голландские футболисты. И, честно говоря, просто жаль, что до сих пор эта команда в двух матчах набрала всего лишь одно очко. 0-0 после первого тайма. Пословица всем хороша, известна. Не забиваешь ты, забивают тебе. Но забегать вперед, впрочем, не будем, поскольку и у Рейнджерс были все-таки возможности для взятия ворот в первом тайме. Очень неплохо ПСВ смотрелся в матче против Баварии. Всего лишь чуть-чуть не хватило голландской команде для того, чтобы добиться положительного результата. Несколько преобразили шотландцы после перерыва. Ну, относительно шотландцы. По территориальному признаку будет шотландский. Но по составу, конечно, совсем не британская команда. Довольно мало фланговой игры используют Глазго Рейнджерс. Для команды, которая представляет шотландский чемпионат, тоже очень много короткого, среднего паса, розыгрыша мяча в стенку. Но вот такая игра пока не приносит успеха Глазго Рейнджерс. И в целом очень равная игра, о чем говорят и цифры. В целом, в объеме всей игры 11 ударов нанесли по воротам соперника голландцы, 10 футболисты Глазго Рейнджерс, вот один из них, мощнейший выстрел издали и на месте голкипер голландской команды Рональд Ватерроуз. Несколько сбавили темп футболисты ПСВ Эйндховен во втором тайме, но тем не менее все-таки проникать в штрафную площадь иногда у них получается. Главный арбитр матча Андрес Фрист из Швеции фиксирует нарушение против, точнее, со стороны Руда Ван Нистелроя, лучшего снайпера голландского чемпионата. Несколько замен проводит Дик Адвокат. Выпускает на поле свежих футболистов. Ну и в первом тайме вы обратили внимание, уже в самом начале игры Клаудио Рейна покинул поле, он получил травму. И Юрг Альбертс вышел вместо него на поле. Он еще свое слово в этом матче скажет. Вот он, 11 номер, делает пока передачу. И все опаснее становится у ворот ПСВ Эйндховен. Бил по воротам Нил Маккен. Вот один из тех двух одиноких шотландцев, играющих в составе Глазго Рейнджерс. Немножко потерялся, пожалуй, Дмитрий Хохлов на поле в эти минуты, но вот он получает мяч, и как только мяч оказывается у Дмитрия, сразу становится опасно у ворот Глазго, у ворот Глазго Рейнджерс. И вот Дмитрий наносит свой второй опасный удар в этом матче. Пока не очень точно, но почаще бы Хохлова использовали партнеры, ведь чувствуется, что Дмитрий умеет задать нужное направление атаки своей команды. Ну и шотландцы в обороне не отсиживаются. На правом фланге ведет борьбу Майкл Моллс. Делает это довольно уверенно, уходит от защитника, движется вдоль штрафной площади. Не падает, не просит пенальти. И вот чем все это заканчивается. 85-я минута. Очень сильный и точный удар вышедшего на замену в первом тайме Юрга Альбертса. Вот, как говорится, не было несчастья, не было счастья, да несчастье помогло. Клаудио Рейна, безусловно, один из ведущих игроков Глазго Рейнджерс. И наверняка Дик Адвокат очень переживал, когда понял, что придется снимать с игры вот этого футболиста. Но Альбертс вышел на замену и забил пока единственный гол в этом матче. Рейнджерс выигрывает 1-0. Всеми силами ПСВ бросается вперед. Ван Нистелрой пытается протащить мяч в штрафную площадь. Очень надежно действуют защитники Глазго Рейнджерс. Но это неудивительно, поскольку два итальянца руководят этой самой обороной. Серджо Пурини и Лоренцо Амарузо. Опытнейшие защитники, которые провели не один сезон в серии А. Но и они свое дело сделали. Не позволили ПСВ Эйндховен отыграть этот забитый Альбертсом мяч. 1-0.